Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о новинке от компании Samsung в смартфоне Galaxy Z Fold 2 5G. Ссылки на магазины с актуальными ценами я оставлю для вас в описании. При подготовке этого обзора я очень старался и надеюсь, вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, включайте колокольчик. В комментариях пишите, что вы думаете об этом смартфоне, мне будет интересно с вами пообщаться. Встречайте смартфон, который меняет форму будущего. Самый инновационный складной смартфон в мире отличается высокой производительностью, гибким экраном из ультратонкого стекла и батареей на весь день. И все это в ваших руках. Открывая новую главу мобильных устройств. Инновационный девайс исполнен в двух цветах – черном и бронзовом. Выберите строгую классику черного цвета или подчеркните свою индивидуальность и стиль вместе с бронзовым цветом. Уникальный цвет шарнира по индивидуальному заказу. Если вам нужно что-то в собственном неповторимом стиле, выберите цвет шарнира, который дополнит или будет ярко выделяться на фоне устройства. Скрытый шарнирный механизм создан для максимально плавного движения. Современная конструкция шарнира обеспечивает невероятно плавные движения при складывании и раскладывании, являясь наиболее передовой технологией для складных телефонов. Основа режима Flex. Технология CAM позволяет фиксировать экран в разных положениях, в сложенном, разложенном или режиме Flex. Найдите свой угол. В режиме Flex можно зафиксировать экран под желаемым углом и держать его так, как удобно, или не держать вообще. Для видеозвонка с использованием сервиса Google Duo достаточно задать угол наклона и переключиться в режим Flex View на основном экране. Также можно сложить телефон и с комфортом смотреть свое любимое шоу на внешнем экране. В раскрытом видео практически планшет. Гибкий 7,6-дюймовый экран изготовлен из сверхтонкого стекла по технологии Samsung и в раскрытом состоянии отличается великолепной цветопередачей Dynamic AMOLED 2X. Экран излучает меньше синей части спектра видимого света, поэтому вы можете раскрыть телефон, планшет и пользоваться экраном несколько часов подряд, при этом ваши глаза не будут уставать. В сложенном виде это современный смартфон с 6,2-дюймовым экраном. Его размера более чем достаточно для написания сообщений, разговоров и игр. Ничего не отвлекает на экране Infinity Flex. Миниатюрное отверстие фронтальной камеры и более тонкие рамки. При работе с экраном вас ничего не будет отвлекать. Адаптивный экран от 11 до 120 Гц и более. Интеллектуальный экран определяет ваши действия и изменяет частоту кадров, обеспечивая удобство просмотра и экономя батарею. Новый уровень впечатления от игр на большом экране. Воспользуйтесь преимуществами быстрой реакции и плавностью движений на основном экране при частоте 120 Гц. Также можно подключить Bluetooth-контроллер и наушники Galaxy Buds Live с минимальным временем задержки для игр в реальном времени. Функция App Continuity. Легкое переключение между экранами. Откройте приложение на внешнем экране, а затем раскройте смартфон, чтобы увидеть его на большом экране с улучшенным интерфейсом. Приложение взаимодействует с двумя экранами, как с одним. Оптимизация приложений для удобного просмотра. Приложения оптимизированы для основного экрана, поэтому достаточно раскрыть смартфон, а интерфейс подстроится автоматически. Кроме того, можно настроить просмотр так, что на экране будет отображаться еще больше контента. Обновленная многооконная конфигурация и функция App Continuity позволяет одновременно держать два приложения открытыми на внешнем экране, перенести их на основной экран, открыть третье приложение с помощью функции Split Screen, а затем касанием выбирать нужное вам для работы или игры. Создайте пару из любимых приложений. Теперь вы можете запускать до трех приложений одновременно, а сохранив эту конфигурацию, сможете открывать их одним нажатием каждый раз. Функция перетаскивания. Простой обмен файлами. Для переноса контента из одного приложения в другое больше не нужны дополнительные действия.
Функция перетаскивания позволяет сделать это одним движением вашей руки. Совершенно новый способ съемки фото и видео. Фотографируйте и снимайте видео в ракурсах, невозможных для большинства смартфонов, без дополнительного оборудования. Режим Flex сочетается с автоматической композицией кадра, сохраняя главные объекты в фокусе, а руки видеоблогера свободными. Увидеть идеальный кадр перед тем, как снять его. В раскрытом виде можно использовать оба экрана, так чтобы кадр понравился всем еще до того, как вы сделаете фотографию. Выстраивайте кадр на основном экране, а на внешнем экране отобразится предварительный просмотр тех, кого вы фотографируете, чтобы они смогли скорректировать позы. Автоматическое отслеживание. Новый уровень фокусировки при съемке видео. Достаточно коснуться значка «Auto». Искусственный интеллект будет отслеживать выбранный объект, высвобождая ваше время и внимание. Если в кадре появятся другие люди, фокус расширится так, чтобы охватить их, а затем сузится, когда они уйдут. Модель выходит в варианте с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной, а вот карты памяти не предусмотрено. В некоторых странах возможно появление модели с большим объемом встроенной памяти позднее, но пока это только планы, которые могут не реализоваться. В качестве сердца устройства используется чипсет Snapdragon 865+, производительность не вызывает вопросов ни в каком из аспектов. Все очень быстро и даже быстрее, чем можно было предполагать. Телефон поддерживает новейшие мобильные сети 5-го поколения. Пока не очень актуально для России, но для любителей путешествовать по миру наличие 5G будет полезным бонусом. В остальном смартфон имеет классическое флагманское оснащение. Есть модуль Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD, а также NFC и MST для бесконтактных платежей. Двойная батарея, которой хватает на весь день. Уникальная умная батарея снова в деле. Сочетая в себе энергию двух аккумуляторов, она представляет собой элемент питания мощностью 4500 мАч. Усовершенствованный искусственный интеллект позволяет активно экономить энергию для тех случаев, когда она нужна более всего на протяжении всего дня. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил, на что они жалуются. Отсутствует поддержка 5G и eSIM. Некоторые приложения не адаптированы под большой экран. Марки и дисплей. Цена. Хрупкий. Батарея не такая мощная, как хотелось бы. Маленький внешний дисплей. Пленка на экране, без олеофобного покрытия. Очень дорогие чехлы. При подготовке обзора я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Работать и пользоваться устройством – одно удовольствие. Не приходится ломать глаза на небольшом экране. Шикарный форм-фактор. Большой экран. Качество сборки. Хороший звук. Производительный процессор. Сканер отпечатков пальцев. Наличие беспроводной зарядки. Возможно, вы уже стали владельцем этого смартфона и захотите поделиться своим мнением с нашими зрителями в комментариях. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор, и вы уже поставили лайк и подписались на наш канал. А чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов, рекомендую включить колокольчик. Всем пока!